Музей ратной истории Москвы к 23 февраля подготовил проект «Подворье». В этот день защитника Отечества организаторы решили отойти от привычной ассоциации с советским праздником и углубиться в историю. Когда воины Московского царства впервые встали на защиту страны от польско-литовской, а позднее и шведской интервенции. Мирный град Москов с его неповторимым колоритом и каменным Кремлем, кузнечные мастерские, игры горожан и музыка соборной площади. Рядом на страже московские стрельцы, зорко приглядывающие за шведским бивуаком. Специально к этому дню подготовлена новая игровая экскурсия для детей. Штурм Снежной крепости и экскурсия по митрополитчьим палатам с погружением в изучение русского быта. Мероприятие пройдет с 11:00 до 17:00. Адрес: Москва, Крутицкая улица, дом 17, строение 5, Крутицкое подворье.